Что я рот, дура дурой. Как на тебя потом садиться-то на такую? Да, ворон. Это все лужи собрало у нас. Ой, яра, ой, яра. Всем здравствуйте. Вот такая вот весна у нас уже. Сейчас поедем, побегаем маленько. Может быть, попробуем еще и сесть на яру, как получится. Стой. Яра все хочет у меня погуляться. Я ей не даю. Ай да. Запутаетесь. Я вчера по полю гонял, вся грязнющая. Это она еще потом помылась у меня. Снимать я, по-моему, не снимал. В пахоту ее вчера загонял. Опять у нас все лужи на себя примеряет, моется. Еще не знает, что если у нас время останется, мы опять будем с ней пробовать кататься, да, Яра? Да? О, мокрющая. Вот козлик выскочил. Молоденький. Повалялась на земле сейчас. Прям такой запах. Эх, классный. Сырой земли лесной. Перегнившей листвы. Будем пробовать сейчас дружить с Ярой снова. Да, Яра? Яра. Она ко мне не хочет подходить потом. Яра. Молодец. Трррр!
Труд стой! Затанцевала. Труд стой! Ага, тебе. Ну, пробуй, чё. О, красота, да? Яра. А поле-то большое. А силы-то кончаются быстро. Там ворон за нами наблюдает. Как-то вот так вот у нас дела обстоят. Айда, 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 айда. Сейчас поле, наверное, вот так вот кругом оббежим это. Километра 3, я думаю, будет. Потом выбежим на что-нибудь потверже. Выхожу периодически на сухое. Тут она себя ведет немного иначе. Тут она чувствует, что земля у нее твердая под ногами, да? Яра. Не такая послушная, как в пахоте. Тут у нее отталкивание порезче происходит. И шаг такой гораздо жестче, как на табуретке с лестницы, наверное, съезжать. Но ничего, в поле-то она мягко шагает. И здесь научится, да? И здесь научишься. Ай да, ай да, ай да. Сейчас закрутилось. Давай тур еще выгоним отсюда. Не хочу бежать. Пшт. Пшт.
Гайдай на сухое. Не хочешь, нет? Маленько попослушнее. Молодец, молодец, молодец. Айда, айда. Айда, дыши, 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 Яра, дыши. Дыши, дыши, дыши. Левый бок ей все не нравится. На левую сторону поворачивать. И когда левую ногу сзади трогаю, по жопе ей бью, когда бок. Ну все. Уже она, можно сказать, наполовину смирилась с тем, что ей предстоит. Аккуратно. Ворон у нас, похоже, забуксовал там. Завязался, что ли. Тррррр, стой. Вот уже почти стоять научились, да? Лошадка моя. Поедем мы дальше.